вас, друзья, и предлагаю вам посмотреть вместе со мной, разобрать вместе со мной заказ. Это за добивка по 12-му каталогу Oriflame. И давайте вместе с вами посмотрим, что же в этом заказе. То есть получается, что заказать этот продукт со скидками вы, к сожалению, не можете, мы не можем. Почему? Потому что уже действует 13-й каталог. Вот, но обычно такие видео я все равно записываю, потому что, возможно, вы увидите тот продукт, который вам интересен, и вы уже будете иметь в виду и закажете его в следующий раз, когда он будет со скидками. Ну, краски, они не нуждаются в каком-то дополнительном представлении, и они были по очень хорошей скидке в том каталоге. Краски я заказала себе. Эти три вида, три номера я смешиваю в один для того, чтобы получить тот цвет, который у меня есть. Не знаю, если вам интересно, я скажу: 8.1 пепельно-русый, 6.0 светло-коричневый и 7.0 светло-русый. Иногда я в разных вариантах смешиваю. Две краски могу смешать. Это пепельно-русый и светло-коричневый, либо пепельно-русый и темно-русый. То есть вот такие вот варианты тоже я практикую. В общем, итальянского, в Италии производится краска отличного качества, стойкая, ухаживающая за волосами, не смывается, хорошо закрашивает седину. В общем, супер краска. Моя рекомендация к покупке. Дальше. Набор Эклат мужской, это туалетная вода и спрей в наборе по очень хорошей цене были. Дальше дезодоранты шариковые Jordani Gold. Jordani Gold уже в который раз в моем заказе этот маркер. Он не так давно появился в каталогах. Вот такой вот отличный у него тоненький стерженек. Стойкий, очень легко наносится. Посмотрите, какая тонкая линия. То есть для того, чтобы делать стрелочки, тоненькие стрелочки, он очень подходит и легко наносится, то есть не нужно быть каким-то специалистом, визажистом для того, чтобы себе нарисовать стрелочки. Это я знаю как бы уже по практике, по своим клиентам, кто купил, довольны все. В этом карандаше, ну, серия Jordani Gold, как я уже отметила, подводка для глаз, сейчас, ну, что можно сказать, просто черная. миллилитров, наверное, это ни о чем не скажет. Ну и внутри шарик есть, то есть предполагается, я так думаю, что перед использованием нужно его взбалтывать и потом наносить. Шумит там шарик. Вот эта подводка, тоже советую на нее обратить внимание. Многим понравилось уже, кто попользовался. Из серии матовая стойкая помада. Это на заказ. У меня таких есть помады Ultrafix, две штучки. Я их тоже показывала в своих видео, которыми я пользуюсь. Это Nude и Taupe. А это на заказ. Как же называется там? Такой вот, ну, это немножко свет искажает видео. Да что ж, у меня вылетело из головы. Ну, сиреневый такой, ярко-сиреневый на... Ой, вообще. В общем, немножко покажу вам. Но это получается ярко-розовый.
ярко-розовый оттенок. И помада, как я уже сказала, очень стойкая, и это очень удобно под маску. То есть, когда мы одеваем маску, помада не отпечатывается на маску, она не размазывается по лицу, то есть ваш макияж, он остается на месте. И вот эта вот помада Ultra Fix, много там оттенков разных, обратите внимание. Я не знаю, может быть, заодно, раз я так что-то остановилась на этой помаде более подробно, может быть, вам заодно показать и мои оттенки, которые не в заказе, но которые, которыми я пользуюсь, раз я про них обговорилась, наверное, я вам покажу. Знаете, вот Taub, это Taub. Хочу рядом с этим розовым нанести. Вот он как выглядит. Он выглядит, знаете, как пыльная роза. Немножко с таким все-таки сероватым подтоном. И нюд. Чаще я использую нюд. Вот у меня сколько осталось. И я его сейчас вам тоже покажу. Вот так выглядит нюд. Так выглядит нюд. Taub. И розовый оттеночек. Если кого-то заинтересуют коды, пожалуйста, напишите мне в комментарии, я обязательно вам отвечу на этот вопрос. У меня комментариев немного под постами, поэтому лично отвечаю и с удовольствием на каждый вопрос. Поэтому, если вам видео это информативно, пожалуйста, ставьте мне нравится. Для меня это имеет очень большое значение. И пишите свои вопросы. Оксидант. Это туалетная вода мужская, и она была по очень выгодной цене, эксклюзивно онлайн. Это было предложение, и поэтому, когда я говорю, что, пожалуйста, если вам нравится продукция Oriflame, если вы являетесь клиентом компании Oriflame, пожалуйста, оформляйте свой собственный номер клиента в компании, покупайте только для себя, никаких продаж, никаких лишних закупок, только личные закупки для себя и как клиенту, и там у вас будут выгодные предложения, дополнительные акции и подарки за накопленные баллы. Это очень выгодно. Обращайтесь, помогу вам. Продолжаю. У меня был звонок. Так, следующая позиция – это тональный крем из серии Jordani Gold «Метаморфозы». Это очень стойкий тональный крем. Я еще сама им не пользовалась, не знаю, могу только по отзывам вам рассказать, что этот тональный крем не на каждый день, а на какой-то определенный случай, чтобы у вас было ровное лицо, то есть это очень хорошо для фотосъемок, для видеосъемок, для каких-то особенных событий в вашей жизни, когда вы либо на сцене, либо целый день вы должны хорошо выглядеть там с утра до вечера, да, идеально. И поэтому вот, то есть это как грим, говорят, что это как грим, но не знаю, немножечко попробую нанести. Это заказала моя приятельница, поэтому, думаю, я могу себе это позволить. Этот оттенок слоновая кость. То есть это очень плотный тональный крем с плотной покрывающей способностью. Он как шелковый. И наносится вот так. Ой, какое приятное ощущение. Хотя про него такой легкий-легкий приятный аромат почти нет. И про него говорили, что он вот именно какой-то вот для таких, это, не на каждый день. Ну, не знаю. Первое впечатление, что отличный тональный крем с отличной покрывающей способностью. Вот, но то, что точно указано в каталоге, что этот крем не для сухой кожи, а для кожи комбинированной, либо жирной.
Ну вот совершенно такая шелковая текстура, которая в такую, по-моему, немножко в пудровую текстуру вот потом, то есть финиш такой пудровый становится. И последний продукт в этом заказе – это корректор. Тоже не так давно появились эти корректоры в каталогах. Серия The One. Три вида корректоров. Сейчас я вам открою, покажу поближе. Но это вот один вид самый светлый, есть средний и есть очень темный. В Италии произведено. Три штуки по 3 грамма. Очень, знаете, вид такой, ну, трендовая такая упаковка, ну, приятный очень вид. The One Stockholm, надпись на крышечке вот так откручивается. И здесь три оттенка, то есть зеленый, который обычно красноту перекрывает хорошо, желтоватый. И такой немножечко, и бежевый, просто бежевый, нет, он никакой не кирпичный, просто бежевый оттенок. Вот, и это все. Завтра, послезавтра я получаю заказ уже по новому каталогу, по 13-му. Заказ тоже большой, интересный, поэтому жду вас, подписывайтесь на мой канал. Ставьте мне нравится, и всем спасибо за внимание. Пока-пока.